Все еще мечтаешь попасть в ролик школьника, но ничего не получается? Тогда пиши комментарий и ставь лайк. А этих ребят я поздравляю. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами как всегда Диман, также Дони, мы продолжаем играть GTA 5 онлайн с рубрикой «Автоугонщики против копов». Кукося, дорогие мои. Сегодня, ребята, мы приехали в район Вайнвуда. Именно здесь коп, злой коп, спрячет для меня вот такие вот 5 тачек. И маленькая тачка, и суперкары, ну и, конечно же, даже есть реактивная тачка. Вот, но моя задача найти эти машины за отведенное время и угнать, чтобы коп не знал, куда я их вожу. В общем, ребята, поддерживайте меня в комментариях. Давайте обязательно на этом ролике наберем 3000 лайков. Я думаю, для вас это будет легко, а я проверю, сможем ли мы сейчас набрать такое количество, вот. Ну а мы погнали готовиться. Давай. Короче, друзья, коп уже все спрятал, а значит, моя задача просто найти все тачки, угнать и, соответственно, навариться. Ага. Я даже пока тебя на самом деле не видел ни разу, поэтому я не могу предположить Хорошо, на самом деле. Не могу предположить даже, что, как и куда. Именно что мне искать? Вот. И где искать? Это самый главный вопрос. Кстати, ребята, если вам нравится данная рубрика, я так смотрю, просмотры вроде бы есть на ней. Поэтому, если это действительно так, то напишите оценочку от 1 до 10. Вот, а я уже тогда... Чё такое? А я уже тогда, да, ребята, сделаю выводы. А? Может, что-то изменю, а может нет. А, какие кирпичи у тебя там разлетелись? Ну, рядом были. Дядь, до свидания. До свидания. До свидания, ну, красиво. Ну, красиво. Все, уваливаем. Вау, кирпичи реально вот кирпичи разлетелись. Ага. А чё? А, я их не трогал. Вот, я их не трогал. Понимаю, блин. Что такое у тебя? Все нормально было. Нормально было? Момента. Ту-ру-ру-ру. О, нихера тут дрифтишь. Пыль столбом стоит. Да я уже понял, что по следам поехал. Да, я это уже понял. Но я подумал, вдруг не заметишь. А вдруг не заметишь, вдруг все получится. Так, 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 так. Я там не газовал. Не газовал, да? Да, прям стоп. Газовал, газовал, газовал. Улетел. Аккуратно, пожалуйста, что ты делаешь? Пугайте, у меня голова кружится. Здорово. О, здорово. А тебе нормально, да? Черепашка. Мне нормально. Черепашка-ниндзя, блин. Да, тебе нормально? Нормально, ёп. Моя, чё так много-то их? Неизвестных каких-то аппаратов, и ты здесь уже. Как так-то? Я понял. Ладно, ребята, короче, вот так вот сделаем. Сейчас мы поедем налево, пожалуй. Тут тоже мы поедем налево. И я думаю, что уже все. Тут как бы ты никогда в жизни не найдешь меня. Потому что, ну я же налево уехал. Да куда ты едешь за мной? Ага, я-то знаю. Тудун. Тудун. Тудун-турун-турун-турун-турун. И кто делался? Тудун-тудун. Тудун. Тудун. Тудун-тудун-тудун-тудун-тудун. Тудун-тудун-тудун-тудун-тудун-тудун. Это мои отстрелы. Да? Ага. Рататай, рататуй. Так, ну ладно, если, в принципе... Нет, это место, мне кажется, плохое. Мне кажется, надо вот сюда сейчас заехать. И, наверное, все. Ага. Ты где? А? Я уехал, тебя потерял. Ты где? Я уехал. Серьезно? Ну, это не может как бы не радовать, и я думаю, что тачку оставляем мы здесь, и его, да, и поехали тогда за следующим экземпляром. Вот. Давай. А ты спалил первый раз, да? Ну ты же остановился, да? Я понял, я просто думал, типа, ехать или оставить? Я ждал тебя. Да я видел тебя, я тебя, я все видел, я видел каждый твой шаг, ладно. Хорошо, ай-яй-яй-яй, да ты куда, ты слышь, дядь? Это же единственный экземпляр Бугатти, его трогать нельзя, да не надо, эй! Ай, что это? Понимаю. А, красиво. Да, у меня нормально здесь все. В порядке. Скажи мне. Я в порядке. Донька. Да, я понял, спасибо. Конечно, надо в меня врезаться. Я обожаю ботов. Я просто их обожаю нафиг. Я помогу тебе. Ага. Помоги себе. Быть. Себе помоги, ага. На-на-на-на-най-най. На-на-най-най. На-на-най-най-най-най.
Да я здесь, нормально. Вась, я тебя отпускаю. Все, ты свободен. Добби, ты свободен. Ты все, ты свободен. Можешь не ехать за мной, мне это же хорошо. Мне нужен второй носок, братан. А зачем тебе второй носок? Ну там, что, чтобы... А, да-да-да, я понял. Хозяин подарил. Ну одного тебе хватит. Одного тебе хватит. Черный как раз. А, точнее, красный. Такая он балаклава. Балаклава. Что забить? Вай. Хорошо, все, и там оставайся. А ты сделал, как ты объехал так быстро? Понимаю. Вот так. Понимаю. Вот так получилось. Блин, я не знаю, что с тобой придумать. Ты слишком какой-то быстрый. Ну, ты быстрее меня напрямую. Как он там? Ты тоже у него показал? Да. Так я поехал дальше. Слава богу. Прикольно. Я дальше поехал спокойно. Так, тут направо, тут налево, тут направо. Ага. Налево. Мат ушел от бота. Да блин, ну как? Я... Да не, забей, пока тебе уедет, мне кажется. Ты думаешь? Ну да, тут, да, короче, да. Ты слишком быстрый, как бы вот, я думаю, что не уедет она никогда, да. Ладно, переходим тогда, наверное, на следующий раунд, в принципе, вот. И отправляемся тогда... Ладно, все. Отправляемся тогда, ребята, искать новую тачку, пока что с этой беда. Я, конечно, все понимаю, братанчик, но я не понимаю одного. Одного? Или более чем одного? Или, может быть, два, ты не понимаешь? Я тебя не понимаю. Ты вроде как и добрый, а с другой стороны показываешь себя с хреновой стороны и меня пытаешься тормознуть. Зачем? Зачем добрый, ты меня трогаешь? Вместе добрый, братан. Ну, в каком-то, наверное. Не знаю. Я не знаю. Да, главное сейчас убрать метку, чтобы я не запутался. Знаю. Три машины, в принципе. Знаю. Знаю. Я близко. Знаю. Так. Знаю. Познаю я тебя. Здорово. Я на тебя навелся такой. Думаю, что происходит? Так, подожди. Что? Да, нельзя сесть, она не садится. Он отбегает и падает. Я попробую еще раз, пожалуй, но все равно. Это как? Садись. Это стратегия. Мужик, он опять побежал, он опять падает. Что? А ты больной, короче. Я на F5 сяду вот так. Не, братан. Я, конечно, все понимаю, но я хочу подняться вот так вот и отсюда буду прыгать. Потому что то, что ты там мне устроил, это такое себе. Все, полетели. Офигеть! Ого, что может? Понимаю. Все. К Майку полетел. Да я думал, тебя обманул. Да я стоял, смотрел в две стороны, куда мог улететь. Там никого не было. Ни в какую сторону ты ни в итоге не улетал. Никого не было, говоришь! Ага. Да я все спалил уже. С одного-то прыжка. Ну, это неплохо, конечно. Главное, что ты не ушел. С одного-то прыжка. Слушай, у тебя Чирон, у меня Чирон. Мы с тобой два брата-акробата. О, минус Широн. Может, мы это, ну, договоримся, братан? А может, мы договоримся? Хорош. Зачем я это сделал? Ну, хотя, в принципе, неплохо. Вай, да чтоб тебя, понимаю. Давай, даже прожимай. О, вау, вот это не ловится. Улетел. Вот это вообще не ловится, слушай. В натуре не ловится, это все. Это финиш, это пиши пропало. Я оставляю вот даже здесь. Попадос. Я ее даже не буду никуда прятать. Она просто идеально припарковалась. То есть, давай, будет и упал, да? Она реально идеально припарковалась. Окей, ребята, первая тачка готова. Мы отправляемся за следующей. Охотники за привидениями выехали, братан. Ghostbuster! Да, именно это ты говоришь. Да, я понял, что я пока ничего не вижу, и я немного напрягся. Кстати, мне кажется, домашнюю вообще никогда в жизни не найдешь. Какую?
Там же игрушечная есть. В натуре! А... Да реально ты Ghostbusters, братан. Просто Ghostbusters. А что за бочки сзади? А, не знаю. Это бочки с чем? Не знаю. Ой. Это что было? Не знаю, братан. Какой-то скример просто появившийся. Ну ты нормальный. Ну ты нормальный вообще, а? Ну ты зачем помял мне капот? Ну ты... Ну ты зачем? Я же сдавать ее буду на металлолом. Слушай, неплохо так дрифтишь. Неплохо, неплохо. Прям. Мне понравилось. Мне, в принципе, неплохо, понравилось. Неплохо. А тебе? А тебе? Налево. Как тебе мои? Слушай, ну мне нормально, в принципе. Как тебе мои? Как тебе мои? Как тебе мои булки? Чувак, да ты крейзи просто. What the hell? Help? Мне нужен help, потому что, ребята, тут немного все тщетно. Мужик, да ты что тут делаешь-то, а? О, hello. Нормально полетел, кстати говоря. Здорово. Нормально полетел, пока ты будешь там. Тоси, боси, да, боси, да. Тоси, растобоси. Я, пожалуй, тоси, куда-нибудь боси, свалю, да? Да? Ага. Лёлик-болик. В комментариях продолжение. Кто такие лёлики и болики, ребят? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ой, хорошо-то как. Ой, хорошо. Отлично. Ты что, залетел дальше? Нет. Значит, я врезался просто в кусты. Я в кусты. Я в кусты. Беда. Не приходит одна? Но ты вниз. Беда. Не падал. Беда такая, да беда. Беда, беда, беда. Потому что у меня уже вторая тачка. Так, 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 да, так, так, беда, так. Беда. А вопрос, куда ее нам бы спрятать? Слушай, мне нравится, как все получается. В общем, какие-то такие несообразные поступки, даже необдуманные. И они в итоге приводят к победе. Блин, ну я вот просто не залетел наверх, это, конечно, обидно получилось. Ну, это хорошо, это очень хорошо. Это обидно получилось. Тихо. Да какая обида, братан, не держи на меня обиды и зла, я же все-таки добрый школьник, понимаешь? Ну, что ты где сделаешь ты, со мной? А где вообще добрый, и где вообще школьник? В смысле? Я всегда добрый. Ну, а где школьник? Я всегда... Так, в смысле? А школьник? Короче, оставим, пожалуйста, здесь эту тачку. Я думаю, идеальное место. А мы отправляемся тогда за следующий. Так, мы продолжаем, братан. У тебя подкрепление. Было. Да. Прямо сейчас, да, как бы мог меня спалить. Да, но нет. Я договорился, откупился. А ты поплатишься за это. Я поплачусь? Поплатишься, да. Ну что, куда ты спрятал маленькую тачку? У меня такой вопрос. Я просто знаю, где последняя находится, и я бы хотел сейчас маленькую найти, пока время есть. Да, тебе подскажу, короче. Пока где-то время около есть. Стройки. Ага. Потому что реально ее найти вообще просто нереально, ну, если так по-честному говорить. Да, около стройки, говоришь, да? Вопрос остается вопросом. Где? А, около стройки. Ну, около стройки. Которая ближе к Вайну, да, получается, стройка? Ты про эту стройку говоришь? Или нет? Что такое? Да-да-да, Диман, все правильно. Я перелетел. Я перелетел. Да, поехали ты. Застрял? Малыха, давай, я в тебя верю. Я застрял, что делать? Серьезно. Тебя там сейчас добью. О, до свидания. До свидания, изи. Выехал, да? Изи. А, я же могу... В смысле? Ты прозрачный. Я под тобой могу проезжать? Да, вообще. Серьезно? Нормально? Да. Нормалдесно? А такой вопрос, я только под тобой могу проезжать? Или под всеми, что с тобой? Поехали и ты. Аккуратно. Да. Аккуратно. Так. А, это же получается, ты меня вообще остановить не сможешь. Но... Отлично. Да, я только прозрачный. Я не буду раскидывать взрывчатку перед тобой, и вдруг отлично. Повезет. Я, короче, под всеми проезжаю. И это не может не радовать. А знаешь, что короче, теперь я могу братан, хочу сделать? Давай делаем таким образом. Я тут покидаю где-то вперед гранату. Нет. Раскидываю их. Нет. Поэтому нет, уж нет, как нет, 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 нет. Я не согласен на это. Я реально на это не согласен. Капец, все взорванное. Все взорванное. Все взорванное. Ой, я всегда да, понял. Нет. Ну, я думаю, что у тебя вообще без шансов, братан. У тебя просто да? Без каких-либо шансов. Отлично.
Отлично. Я поезжу за тобой, в принципе. Не, у меня есть план. У меня есть хороший план. Да, перевернись ты. Да, единственный план — это в итоге поехать по встречке просто. Что будет? Вопрос. Да с такой скоростью я никуда не уеду. Я в натуре с такой скоростью. Да, не мешай, я тебя не... Я не вижу ничего. Да камера отпусти. Я понял, короче, ладно. Есть другой план? Есть другой план. Нет, я не про этот план хотел сказать. Да не наезжай ты на меня, ну капец, знаешь? Да ты запарил, я вообще ничего не вижу, камера у меня ломается. Ну, я тебя сейчас поломаю, я тебя в натуре поломаю. Я тебя сейчас сломаю. О, они же все сейчас будут тебе мешать. Отлично. Ну только их мало, надо бы побольше. Надо бы побольше, да что с ней. Отлично. О, видал? Видал, куда поехал? А, тут бомжи. Я не хочу к бомжам. У меня есть идея, братан, на самом деле. Какая? Я в тупике. Я знаю. Нет, только не свою веревку. Только не свою веревку. Только не веревку. А, ты не хотел ее, да? Братан, не надо, я прошу. Не надо, не делай резких движений. Да без паники, да она даже не переворачивается сейчас. Бордюрчики. Да, понятно. Спасибо. О, у меня чек энжин уже. Реально? Да. Вау! Надо было отпустить. Ну такое, братан, как бы. Она горит! Она горит, реально! Ну, это все. Это все, короче. Не, ну я бы на ней никуда не уехал, потому что слишком медленная. Если бы какой-нибудь руинер, который был бы прозрачный, я бы тогда уехал. У него там скорость хорошая. А тут, конечно, да. Ладно, ребята, это тачка за тобою. У нас осталась последняя машинка и 30 секундочек. Давай. Ну так как я знаю, где она находится, поэтому я думаю, мы с тобой особо долго не затянем, да? Правильно? Слушай, наверное, да. Или неправильно? Правильно, неправильно, наверное, или правильно? Да. Правильно, ля правильно. Неправильно. Так, ладно. Неправильно? Неправильно ты поступаешь, братан. Ну, ты поступаешь ужасно просто. Ты поступаешь очень-очень плохо. И так как у меня нету времени, мне тупо надо садиться. Да куда? Я понял. Ну, так как я его, в принципе, сел, я, типа, его угнал, да, типа, все такое, все дела. Боси-боси. Да куда? Меняемся! Уезжай! Подожди, а тебя... Уезжай! Что, не это? Чё? Не, он не реактивный. Уезжай! Я тебе даю возможность, уезжай! Что ты сделал? Куда делся? А тебе звезды не даются? Нет. А, у тебя вечно это, без розыска ты поставил себе, вечно молодой. Да-д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 а
контролировал, потом бы тупо отпустил бы и все. Тачка была бы спрятана, и она бы мне засчиталась. Неплохо. Да, идея была, конечно, здравая, но реализация схромала. Перевез бы туда, где ты поставил свою одну из машин. Вообще идеально было бы. А ты знаешь? Идеально было бы, если бы я залетел, а тут так как-то не особо не получилось-то. Ладно, надо скрываться. Братан. Лёлик и Болик и Толик. Давай так, короче, я сейчас спрячу тачку, я скажу местоположение одного автомобиля. Согласен? Давай. Отпускай. Все, не едь за мной. Не едь за мной на туре. Ну давай, все, не еду с тобой. Да ты едешь! Просто я стой. Не еду. Просто я стой. Стою. Просто стой. Стою. Просто стой. Стой. Короче, я сейчас спрячу тачку. Хорошо, все. Да куда ты не стоишь? Да куда ты поехал? Я не еду за тобой, я просто катаюсь. Да ты не за мной катаешься, не катайся за мной. Катаюсь. Если ты будешь ехать за мной, я тебе не скажу, где находится машина. А то понимаю. Ну ты... Фуфлин, блин. Так я в натуре тебе скажу, где машина. Ну вот вообще без каких-либо обманов, ну честно. Я сам узнаю, где она стоит. Ты кого ты узнаешь, боже? Нихера себе, бот улетел. Вот и Василий Пудра. Сам ты Пудра. Куда собрался? Повторить начатое. Да куда ты меня припечатал? О, она вообще уже не поворачивает. Или что? Все, да? Не, она пока еще едет, подожди. Она еще пока едет, она... На крепкий орешек, да? Какой ты противный, вот. Какой ты, знаешь, плохой ты очень, ужасный вот ты так. Это я понимаю. Бесишь меня, отпусти! Пусти, я тебе сказал! Да капец, ты ее смял уже, от нее ничего не осталось, ты! Да забей! Как мне с тобою быть? Тебя прицепить с тобой еще ролики писать не надо, отпусти свою веревочку.
чтобы духа твоей веревки на моем Дима, капоте и кузове не было. А ты пристегнут, скажи мне, или нет? Да, я пристегнут. То есть ты решил быть как собака привязан? Что? Сам ты собака. А не как орел через лобовое. Да, я не орел. Я Димка. Ладно. Я просто Димка. Вай! Да что? Нет! Нет! Ты там оставайся! Что? Я все. Прикинь. Да я вижу, да. Я даже не могу наклонить ее. Офигеть. Не, у меня есть еще вариант, как бы. Вариант еще. Да, она вообще. Она все, она намертво, короче, села и все, короче. Обидно, ребята, это самая банальная и глупая погоня была за эту серию. Но все равно. Самая крутая была, мне понравилась. Самая крутая. Мне не понравилось, я не угнал две тачки в одно место. Но у меня есть две нычки, о которых, возможно, ты знаешь. Нет, показывай. Окей. Первая тачка у меня находится, получается, вот здесь. Особо далеко я не уезжал, я как и приземлился, так и оставил ее здесь. Просто офигенное местечко. А, на Вайнвуде, ну да. Да-да-да, прямо на Вайнвуде. Именно не знал. А вторая тачка, я уехал очень далеко по магистрали и приехал вот в это местечко. Это, получается, ГТРчик. Вот здесь находится. А, ну неплохо, нафига ты уехал. Да, ребята. В общем-то, такая вот серия у нас получилась. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Обязательно ставьте лайки. Напоминаю, давайте наберем 3000 лайков. А плейлист рубрика в описании. Всем удачки и всем пока, друзья. Пока, ребята.